Вы на канале Games Life TV 2. Сегодня я вам покажу, как скачать игру Max Payne на компьютере. Вот у меня я качаю через программу Zona. У меня она почти загрузилась. Сейчас будем ждать. Вот все, у меня загрузилось. Сейчас будем устанавливать. Сейчас он загружается. Через 10-5 минут сейчас установится. Оно у нас установилось. Вот наша игра. И прежде чем запустить ее, у нас есть папочка No DVD. У нас эта игра. Теперь кликаем правой кнопкой мыши расположение файла. То в это тоже кликаем правой кнопкой мыши, копировать. Теперь это закрываем. Теперь кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем вставить. И нажимаем копировать заменой. Продолжить. Вот у нас игра. Теперь можно ее запустить. У нас будет. Если у вас есть зона, вы можете скачать эту игру без проблем. Вот у нас лаунчер. Нажимаем игра. Вот Max Payne. Новая игра. Беглец. Я не буду сейчас показывать геймплей игры. Я просто показываю тест игры, как она не лагает. Хотя это и старая классическая игра, первая часть. Она не будет лагать. С вами был Games Life TV 2. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите в комментах, как мое видео. И всем пока.